Здравствуйте, уважаемый зритель! Вас приветствует Угольников Сергей, автор канала YouTube Мастер. Я продолжаю вас знакомить топ-10 YouTube каналов в различных нишах. И в этом видео мы рассмотрим топ-10 детских каналов на YouTube в Рунете. И первое место у нас занимает канал Get Movies. Вот мы находимся на главной странице этого канала. В настоящее время он имеет 7 319 549 подписчиков. Вот здесь можно посмотреть информацию о канале. Он зарегистрирован 16 декабря 2006 года и на данный момент имеет более 9 миллиардов просмотров. GetMovies – это первый семейный канал, где вы можете найти мультфильмы на любой вкус для малышей, для детей постарше, обучающие мультфильмы, отечественные и зарубежные мультсериалы, а также мультфильмы для взрослых. Следующий канал в рейтинге – это канал мультсериала «Маша и Медведь». На данный момент этот канал имеет 6 598 081 подписчик. Давайте посмотрим информацию о канале, когда он создан. Вот он создан 31 мая 2011 года и на данный момент имеет почти 8,5 миллионов просмотров. А 8,5 миллиардов просмотров. И третье место занимает канал, также с анимацией связанный, это канал «Фиксики». Он на данный момент имеет 1 903 283 подписчика. Он создан 7 марта 2011 года и на данный момент имеет 2,5 миллиарда просмотров. Следующее место, четвертое в рейтинге, я поставил канал Мисс Кэти. Хоть этот канал работает на Украине, но также рассчитан на русскоязычную аудиторию, поэтому я его включил в наш рейтинг. На данный момент он имеет 2 178 507 подписчиков и зарегистрирован 17 ноября 2014 года. И на нем уже 2 875 000 просмотров. Следующий канал это канал Мистер Макс. На данный момент он имеет 2 034 992 подписчика. Эти два канала детей брата и сестры, мисс Катти и мисс Макс, мистер Макс. И в отличие от других каналов, это канал, не посвященный мультфильмам. А здесь показано, как дети занимаются различными занятиями, там открывают какие-то игрушки и прочее. Канал зарегистрирован 21 сентября 2014 года и имеет более 2,5 миллиардов просмотров. Шестое место в рейтинге – это канал «Барбоскины». На данный момент этот канал имеет 1 835 422 подписчика. «Барбоскины» – это тоже такой мультсериал. Дата регистрации канала 2 ноября 2011 года. И на данный момент имеет более 2 700 000 000 просмотров. Следующий канал, это седьмой, это канал мультфильма «Лунтик». На данный момент этот канал имеет 1 603 131 подписчик. Канал создан 13 февраля 2007 года и на данный момент имеет почти 4,5 миллиарда просмотров. Этот канал посвящен мультсериалу «Лунтик и его друзья». Следующий канал это «Теремок ТВ». Он тоже посвящен мультфильмам. На данный момент имеет 1 531 063 подписчика. Зарегистрирован 24 мая 2012 года и на данный момент имеет 2 647 000 000 просмотров. Девятое место в рейтинге каналов для детей занимает канал «Капуки Кануки». Он имеет 897 615 подписчиков. И здесь вы найдете как развивающие передачи различные для детей, так различные мультфильмы.
Здесь написано в разделе «Канале». Дата регистрации канала 18 июля 2011 года. И на данный момент имеет 1 миллион просмотров. И последнее, 10-е место в рейтинге детских каналов на YouTube. Это официальный канал «Союзмультфильм». На данный момент на этом канале 849 783 подписчика. Канал создан 15 января 2012 года и имеет более 990 миллионов просмотров. Такие 10 каналов я подобрал в рейтинге YouTube каналов для детей. Если вы знаете еще какие-то каналы, популярные каналы, которые я не упомянул в своем рейтинге, пишите их в комментариях. Также в комментариях вы можете написать каналы какой тематики, ниши вы хотели бы увидеть очередной обзор на моем канале. Подписывайтесь на канал YouTube Master, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь данным видео со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо за внимание. С вами был Угольников Сергей, автор канала YouTube Master.